Вчера. Что ты снимаешь там? Я дома. Не надо трогать этими руками. Подойти. Не надо. Сереж. Так, почему уведомление в эфире Дарья, а там дядя Сережа? Ну-ка, что такое? Обман. Везде обман. Это Россия. Везде обманывают. Поздравь меня. Я тебя поздравляю за стихи. Ты молодец, ты выиграла приз. Если это ты, конечно. Если это девочка, да? Девочка какая-то мне выиграла. Какие-то мухи летают мухи уже. Мухи уже летают, Дашенька. Уже мухи летают какие-то. Так, исхудал, да, Серега, исхудал. Интернет верить нельзя. Ну, короче, я добралась до дома. Да, вот тут меня встретил мой любимый котик. Ну-ка, скажи-ка, мяу. Мяу. Сейчас так ручкой так делай. Мяу. Убери свои лапы грязные. Своими ручонками тут. Баловался он без меня. Ручонками с вами. Так. Голос нормальный, но естественно. Мне тут еще попеську. Трогай меня. Так. Пошел ты нахер, тварь. Давай черный список. Так. Слушай, почему все время, когда мы с тобой в эфире... Блин, не трогай ты, Сереж. Все время пишут, что я транс. Почему? Так, кстати, да, голос изменился. Так, Серега начнет возвращать форму. У Сереги нормальная форма. Нормальная форма. Форма, еще? Форма. Оп. Шлюшки всякие пишут, завидуют которые. У меня же отличное тело, отличная форма, отличный голос. У меня чудесный мужчина. Что ты мне? Ты сейчас тебя как за твои бобовые мешочки как подвешу. Так, что там? Тихо, Сереж, подожди, что там? Сереженька, ну-ка скажи, что ты будешь делать сегодня? Гулять со мной? Нет. Как зарабатывать бодибилдингом? Да никак не зарабатывать бодибилдингом. Чего, очнитесь вообще, 21 век. Вкладываете денег больше, чем зарабатываете в этот бодибилдинг. Так, с голосом, так, ты идешь в черный список. За тупые вопросы. Хочешь? Ну-ка скажи еще что-нибудь. Задай мне вопрос по поводу голоса. Давай. Задай. Давай. Задай, чертов пидор. Может, он не пидор, откуда ты знаешь. Проститутка. Вот ты страшная шлюха. Ты тварь. Как тебя зовут, сейчас скажу. Ты патика. Шлюха, ты идешь в черный список. Гори в аду. Ну что, Сереженька, что ты скажешь моим подписчикам? Подписчики, не перебегайте. Не бегите к ней. Не бегите. Оставайтесь у меня, подписчики все. Всех ублюдков буду блокировать, короче. Я тебе говорю, как только мы с тобой в эфире, мне почему-то сразу все пишут, что я транс. Разве есть такие шарики у транса, скажи? Так, что там? Поцелуйтесь в губы. Сереженька, поцелуй меня хотя бы для них, пожалуйста. Уж раз в год-то можно, Сереж? Пожалуйста. Ох, любит меня сильно. Так, привет. Поцелуй грудь. Такая у вас мотивация для занятия. Солнце, покажи себя. Хуйня кто-то пишет. Сам ты хуйня. Не слушайте никого, мы классные. Мы знаем, что мы классные. Спасибо. Покажи грудь. Вот моя грудь. Вот она вся. Вот. Одна, единственная у меня. Одна только. Мои любимые актеры. Ой, спасибо. Все время. Так, да, Леща Жиронова за то, что меня заблокировал. Блокирнул. Чуть-чуть, а? Ты чего заблокировал, а? Не знаю, ты чего его заблокировал? Ну-ка, отвечай быстро. Может, ты его заблокировал? Может, я тебя заблокировала? А? Может, мне леща, да? Гошанчик ушел на мероприятие. Сегодня у нас выступают бикини и мэнс физики. Ебетесь? Нет, не ебемся. Так, приезжайте в Махачкалу с удовольствием. Привет. Так, многие впервые тебя смотрят.
Пора привыкнуть уже на такие вопросы. Точно, точно. Так, что еще, Сереженька? Чего еще расскажем ребятам? Ты меня берешь с собой в Таю? А? Кто спор будет 15 числа? Мне кажется, что мы вдвоем будем жрать таракана. Да. Ну, видите, мы худеем, оба худеем. Сережа, ты похудел? Сереженька, покажи, что там у тебя. Что там ты прячешь? Бобы свои, яичишки. Ну, как вам, прессик-то есть? Вот, на самом деле, пресс есть. Пресс есть, да, пресс есть. А что он голый? А почему он не голый? Он дома у себя. Почему он будет голый? Почему он будет голый? Сереженька, Чего? что там, дед, покажи нам. Посвети свой инстаграм у меня в перископе. Давай, хоть подписчики какие-то, чтобы себя выглядели. Прибежали подписчики Давай, все. давай. Чтобы хоть кто-нибудь тебя смотрел. Покажи свой инстаграм, чтобы они на тебя подписывались. Оп, я сделал пост с Валерой Живухиным. Ну-ка, давай, показывай. С Валеркой. Вот он. Смотрите, какой дрищ. Кто? Ну как это? Валер, конечно. Шутки шутит он. Но. Ну, вчера... Ходили. Вчера заходил в зальчик Валеры. Рассказал ему, как подобрать шорты для Man Physique. Сказал несколько упражнений на руки. И рассказал, на что ему сделать акцент в тренировках. Валера, Валера, учу, как качаться. Валера не знает, как качаться, представляете? Спрашивает, Серега говорит, мне Валер говорит, Серег, сколько консультаций у тебя стоит? Мне надо на Арнольд готовиться, а и поднабрать. Я ему говорю, Валер, 2000. Для тебя как для друга 3000. И за 3000 у него взял консультацию. У него на целую не было, он взял получасовую за 1500. Я ему полчасика рассказываю. Ну он же убьет себя, когда мы пойдем в зал в следующий раз. Ну зачем ты такое говоришь? Ну, да вряд ли. И меня он убьет тоже. Он же всех нас убьет теперь. Мы нет, мы не из Москвы, мы из Питера. Привет, вы что, молчите? Да мы молчим. Нет, что, ну как это молчим? Как это мы молчим? Молчим. Так, кстати, по соревнованию с декабрем голос стал ска. Спасибо. Ну, по сравнению там. Я че? Я же ниже ничего. Я же вообще должна в очках ходить. Привет, привет, привет. Кокляева. Знаете? Кокляева пишется. Кокляева пишется. Вот бой он ввел. Он вел бой и очень недоволен был организацией боя. Сказал, что Артем Тарасов нехороший молодой человек. ЛДМ нам отлично. Планы на субботу. Мы пойдем смотреть мне парик. Да, покупать мне нижнее белье, да, Сереж? Ну-ка давай, да, скажи, ставить на бойки, да. Так, ребята, в каком зале обычно? Мы во многом, много где сорим, да? Где мы, Сереженька? Мы и фитнес... Где там? Фитнес, в Олимпике. Фитнес в Олимпике. Да мы много два где, раза ребят. больше. Так, я там тоже дрался. Молодец, умница. Умница раздрался. Возьми письку его поцелуй. Че? Перепихнитесь, я подрочил. Ну, молодец, слушай, молодец, чувак, у тебя хоть день задался нормально, да? Что-то все вокруг дрочат, а я, Сереж, грущу сижу. Ну все, давайте все. Всем пока. Поцелуй. Оп. Давай-ка поцелуемся, чтобы заставочка была хорошая. Останови, пожалуйста.